Ну вот какие у нас весенние рисунки. Шикарные ветки вербы, яркие, красивые получились. Дорогие родители, дети ведут себя великолепно. Мы рисуем вот такую весну. И вот посмотрите, какой они фон сами сделали. Ага, хватит. Ребят, больше кто нарисовал? Чувство, не надо больше. Не надо больше рисунок дальше раскрашивать кисточкой, потому что он должен подсохнуть. Настенька, побыстрее. Диана, молодец, побыстрее уголок докрашивай. Маша, молодец. Вот Ванечка, как старается, первый класс. Ну, здесь у нас опытный третий класс сидит. Молодцы, даже вот догадалась, молодец. Полина прижала себе листочек. Поживее, Федя, очень красивые цвета, поживее до верха дорисовывай, фон мы. Вот, посмотрите, дорогие родители, какие, Варенька, руки убери, какие весенние веточки вербы. Они у нас с желтым оттенком, с голубым. Мы с детьми разговаривали, как чешуйки раскрываются. Вот какие веточки вербы. Настенька, твой рисунок, ага. Катя, твой рисунок. Потом мы их положим на пол, и, возможно, я еще раз сниму. Давай, Машенька, доделай. Шикарно. Я удивилась. Если честно, я не ожидала, что дети так хорошо. Ой, а вот здесь уже почки какие интересные. Такие я тоже видела. У тебя чешуйки все раскрылись. Да. С голубым оттенком у Полины. Молодцы дети.